Профессиональный праздник Камчатки «День рыбака» отметят 11 июля. Работа в рыбной отрасли – это непростой труд. Судьба почти каждой камчатской семьи неразрывно с ней связана. В честь праздника вице-спикер Госдумы Ирина Яровая решила поздравить всех жителей полуострова. Она отметила, что рыболовство занимает особое место в жизни камчатцев. Дорогие друзья, на Камчатке есть настоящий народный праздник. Это День рыбака. И неважно, есть ли в семье рыбаки, есть ли те, кто связан с этой сложной, мужественной профессией. Потому что душа Камчатского края, она в вас. И всегда мы знаем, что когда говорят о Камчатке рыбацкой. И это не только романтика, это не только мечта, но это огромный труд. И действительно, это профессия для сильных и мужественных людей. Поэтому слова огромной благодарности вам, потому что вы еще и даете серьезный, весомый вклад в благополучие и экономику нашего родного края. И, конечно, родной причал. Причалов много, но родной только один – Камчатка. И пусть всегда вас ждут на берегу, и пусть всегда горят родные окна и любимые глаза. Богатых и щедрых уловов, покорного моря, успехов и, конечно, гармонии. И пусть всегда вы будете с морем на «ты», и пусть всегда море уважает вас. Пусть всегда праздник, который мы отмечаем сегодня, дает вам новые силы и вдохновение. С праздником! С Днем рыбака! В России День рыбака традиционно отмечается во второе воскресенье июля. В этом году праздник выпадает на 11 июля и проходит на официальном уровне уже в 41 раз. День рыбака в стране отмечается с 1965 года. Его происхождению послужило активное развитие рыболовства в советское время.